Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор чекин. Часть 2. Задание 361. Реши задачу, вычли, запиши ответ. На старом оборудовании пекарня выпускала за 8-часовую смену 1200 батонов хлеба. На новом оборудовании производительность пекарни увеличилась в 2 раза. Сколько батонов хлеба за смену стала выпускать пекарня на новом оборудовании?» Итак, что такое производительность пекарни? Производительность пекарни – это количество батонов хлеба, которые она выпускает за единицу времени. В условии не сказано, о какой именно производительности идет речь, просто производительность. Тогда, если мы будем считать, что единица времени – это одна смена, то нам тогда уже известно, что производительность пекарни была 1200 батонов за смену. По условию производительность увеличилась. Тогда мы можем сразу и посчитать, а какая же производительность стала? Была 1200 батонов за смену, увеличилась в 2 раза, получается, ну 12 на 2 – это 24, 12 – это сотен, значит 24 сотни, то есть 2400 батонов. Батонов за смену, вот такая новая производительность пекарни. Давайте запишем так. Новая производительность пекарни. Но найденная производительность показывает, сколько батонов пекарня стала выпускать за смену. А у нас вопрос задачи, сколько батонов хлеба за смену стала выпускать пекарня на новом оборудовании. То есть фактически мы уже и получили ответ на вопрос задачи. Остается ее и записать. Так, за смену пекарня стала выпускать 2400 батонов хлеба. На этом все. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.